Клей-карандаш Корос. Клей-карандаш представлен в следующих объемах. 8 грамм, 10 грамм, 15 грамм, 20 грамм и 40 грамм. Клей-карандаш легок и удобен в работе. Экономичен. Подходит для всех видов бумаги, включая картон и фотобумагу. Герметичная упаковка и плотно закрывающийся колпачок клея-карандаша Корос обеспечивают долгий срок службы – до 3 лет. Мягко скользит по бумаге, благодаря содержанию глицерина. Прочно склеивает за 60 секунд. Содержит 60% возобновляемых ресурсов. Не содержит растворителей и кислот. Не токсичен. Легко смывается и отстирывается водой. Клей-карандаш Корос идеально подходит для офиса, дома и школы. Протестируем клеевые свойства клея-карандаша Корос. Прочность склейки можно опробовать на подручных предметах. Клей быстро зафиксировался и держит определенный вес, не разлипаясь. Мы увидели на опыте, что клей-карандаш Корос обладает надежным склеиванием и быстрым схватыванием. Склеим полоску бумаги, используя клей-карандаш Корос. Прикрепим груз к полоске. Как видите, клей зафиксировался, груз держится. Полоска не раскрывается. Для сравнения проведем аналогичные манипуляции с клеем-карандашом от других производителей. При прикреплении груза полоски бумаги расклеиваются и раскрываются на разную длину. Благодаря этому опыту наглядно видно преимущество клея-карандаша Корос. Герметичность колпачка легко проверить на следующем опыте. При повороте механизма в нижней части клея-карандаша плотно закрытый колпачок под воздействием внутреннего давления выстрелит. Глицерин можно увидеть невооруженным глазом в виде капелек на поверхности клея.